Короче, прижимаетесь к обочине и сдаетесь по-хорошему. Хорошо. Хотите вниз? Да без проблем. Очередной так называемый подвиг Хэнкока обошелся налогоплательщикам очень дорого. От вас жутко несет алкоголем. Потому что я пил, дура. Придурок. А ну-ка, повтори. Придурок. Ну, а ты толстяк? Очкарик? Хэнкок, старик, я знал, что ты придешь. Больно! Хватит скулить, сопляк. Так нельзя. Кстати, я занимаюсь пиаром, а люди тебя не любят, Хэнкок. Да мне на это наплевать. Мне кажется, ты зря с ним возишься. Я кое-что нашел в интернете. Все еще помнят кита Уолтера, которого выбросила на берег. И тут появляешься ты. Что-то я не помню. Зато Гринпис помнит. Ты же, в конце концов, герой. Люди должны любить тебя. Так что же мне делать, Рэй? Городу нанесен значительный ущерб. Закон есть закон, мистер Хэнкок. Узнай, прокурор спит и видит, как бы посадить тебя. Сдайся сам. Он не сдастся. Люди к тебе привыкли. Нужно заставить их скучать по тебе. Знаешь так, отвали, или я засуну твою голову ему в жопу. Пятый день заключения. Волна преступности растет. Тебе звонят. Это шеф полиции. Вставай, вставай, ему нужна твоя помощь. Ты герой, Хэнкок. Это твое предназначение. Ты не будешь счастлив, пока не примешь это. Мне непросто жить среди вас. Ведь я не такой, как все. Но я могу быть лучше, и я буду лучше. Я это не надену. Что? Ну да, немного жмет. Хэнкок, покончи с ними! Можно до вас дотронуться? Конечно! Ничего личного! Хотя вы очень даже... Ну, может быть, в другой раз! Да помогите же! Похоже, что Хэнкок ранен. Вот так. Покажи, как это трудно. Хэнкок. С 10 июля во всех кинотеатрах страны.